Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 FM в студии Светлана Удельная. В Кировской области капремонт предложили дополнить работами во дворах. Такой законопроект внесли на рассмотрение областного законодательного собрания, пишет сайт rosnet.ru. Изначально программа капремонта предусматривала ремонт лифтов, фасадов, крыш, подвалов, фундаментов и внутридомовых инженерных сетей. В прошлом году список работ расширили, включив утепление фасада, установку пандусов для перемещения инвалидных колясок, ремонт крыльца, мусоропровода и ряд других. Работ. На днях в перечень предложили добавить капремонт элементов благоустройства в границах земельного участка, где расположен дом. Законопроект рассмотрят на очередном заседании УЗС, которое намечено на 1 декабря. Если документ примут, поправки вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. Дайджест недвижимости. Ввод жилья в России снизился на 6,5%. В январе-октябре в России построили более 55 миллионов квадратных метров жилья, что на 6,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики. В октябре было построено 6 миллионов квадратных метров жилья, что на 13% меньше, чем в октябре прошлого года. Всего в октябре было построено 88 тысяч новых квартир, в январе-октябре почти 800 тысяч. Квартир. Объем работ, выполненных по виду деятельности строительства, в октябре составил более 600 миллиардов рублей или 99,2% к уровню соответствующего периода прошлого года. Дайджест недвижимости. А сейчас информация от наших партнеров. В ипотечной корпорации стартовала распродажа залогового жилья. Скидки до 30%. Теперь у каждого есть уникальная возможность приобрести на особых условиях недвижимость, которая находится в собственности ипотечной корпорации. Причем квартирами перечень такого залогового имущества не ограничивается. В разделе «Залоговое жилье» на сайте ипотека43.рф представлены и дома. В юридической надежности покупки можно не сомневаться. Недвижимость уже проверена. Купить комнату, квартиру или дом можно как за наличный расчет, так и с помощью ипотечного кредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Предложение ограничено количеством объектов недвижимости. Узнать подробную информацию, забронировать квартиру и получить консультацию по ипотеке вы можете в офисе акционерного общества «КРИК». Город Киров, улица Ленина, 92, телефон 25 10 10. Дайджест недвижимости.